Здравствуйте. Очень приятно. Очень приятно. Здравствуйте и вам, дорогие дамы и господа. Сегодняшнее видео, это уже второе видео наше сегодня. Возможно, мне плохо видно, я так подскочу к вам. Возможно, мне плохо слышно, но я уже ничего не сделаю. Это будет видео, где мы... Где мы распаковываем то, что купили. Вот. Так оно и есть. Мы будем распаковывать. Ну, просто показывать, да, у нас там два пакета. Мы покупали порознь, мы не показывали друг другу. Возможно, будем вставлять кусочки, как мы что покупали. В общем, можем начинать. Так, ну что, гайс? Елочки. Ульяна. Вот мы и пришли делать свои челленджи. Сейчас мы будем, я думаю, порознь... Что ты ушла? Порознь покупать, все снимать и... В общем... Собственно говоря, для тех, кто не понимает, мы разделились и покупаем вещи по цветам. Разумеется, у меня красный цвет, потому что если бы можно было покупать в радужных цветах, то это слишком читерно, поэтому красный. Вот, и первая покупка. Бум! Это плед. Вот такой чудесный. Вот. Ну что, ребят, первая моя вещь для Ёши – это печеньки. Хе-хе. Итак, первые предметы. Будем по одному, по два, по десять. Давай по одному, если большой, то один. Короче, вы этого не знаете, но мы сейчас готовим... Короче, мы сейчас записываем видос, как сказать, во время паузы между готовкой. И я, короче, что-то руку опустил, а там у меня сахар прилип, блин. Да? Да. Ничего страшного, я помыл руку. Так, мы берем первые предметы. Доставай там первый предмет. Я выберу свой самый большой, потому самый большой, все. У меня их нет. Все, давай самый большой тоже. Так. Я нашел вот такой вот чудесный пледик. Та-дам! Обмениваемся. И мой самый большой это чипсы, ребят. Ничего, у меня тоже это есть чипсы. Очень сложно. Я то вам, спасибо, спасибо большое, спасибо. Спасибо очень большое, приятно, спасибо. Очень приятно, очень приятно. Так, а как мы будем складывать? Куда мы будем складывать? Ну сюда, наверное, нет. Так, а, давай так, отлично. Так, второй предмет. Ну-ка, пошли. В целом у Яны вроде бы есть термокружка, но она ее что-то там сломала или что-то такое, можно вот такую штучку бы взять, но она не полностью красная, да и выглядит как-то так себе. Ну что, ребят, нашла вот такую фиолетовую водичку. Я думаю, пойдет. Извиняюсь, а в России все уже, да, я искал и думал, это кола. Пришел, это не кола. Ну, в общем, ладно. Тоже красная, засчитано. Давай сладкое что-то. Итак, у меня. Это вот такой вот киндер, который кормушка для птиц. О, скворечник называется. Скворечник. Киндер-скворечник. Йо-то вам. Это фрутелла. Кстати говоря, ребят, сразу хочу обговорить один момент. Очень проблематично было искать красные, а искать фиолетовые – это вообще жесть. Поэтому лучше поддержите Ульяну в комментариях. Все, что она нашла, это она большой молодец. Вот. Это реально сложно. Сейчас Чуша сказал, что сложно было красный. Я хотела уже ему по макушке постучать, потому что найти фиолетовое что-то – это очень сложно. Там было либо синее, либо розовое, но фиолетовое. Да. Не знаю, это очень, это ужас. Да. Следующий предмет. Давай два сразу. Давай, два. Давай. Ну что, моя корзина выполняется пока что только съедобными предметами, несъедобные я еще не нашла, но посмотрим. Блин, обращение, хотел сказать, хозяина этого места, но нет, просто женщина какой-то меня сбила, и вот мой третий предмет, это, ну, короче, вы поняли, вот такая вот штукенция. Как вы считаете, Ульяна одобрит или нет? Берем? Ставьте лайк, если берем. В общем, ребят, оказывается, фиолетовых предметов не так уж и много. Ну, я нашла зато очень классную штуку. Это ореховая паста. Она очень вкусная, я думаю, ее же должна понравиться. Вот. И очень много милки фиолетовой, поэтому будет очень много милки в этом подборе продуктов. Ну, в общем, предметов. И сейчас будет эффектное появление. Это кормушка для птиц и по совместительству вкусняшка. Красная засчитана. Таинственностью, посмотрите. Казалось бы. Раз, два, три.
это помидорка. Помидорка. Это какая-то паста. Ну, она маленькая, одна маленькая помидорка, вот. Капец. Ну и шоколадка, как бы, это вполне себе обычно. Что у тебя, рассказывай? У меня какая-то водичка, питье. Питье, так. Ну, оно красиво выглядит, тут красиво какие-то, не знаю, штуки, как это называть, шарики. Это лед. Это лед? Похоже на лед. А, ну значит, это освежает. Освежает, наверное. И тоже... Милки Вэй обожаю, да. Милки Вэй — это просто любимое лакомство. Ну, оно, кстати, тоже, видите, будто бы синее. Да, но с оттенками фиолетового цвета вообще-то. Да, да, да. Это просто цветопередача другая. Да, 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 страдает. Это... Так что вот тебе помидорка, сделаешь себе борщ, например. А вот тебе покушаешь. И на, покушай. У меня есть, не знаю, у меня есть угольный домик. Я буду там готовить. На самом деле его нет, я просто пошутила. На! Благодарю. А тем временем очередное пополнение Милки. Очень вкусные пироженки. И еще такой батончик с инжиром и орехами. Я надеюсь, он вкусный. Итак, небольшое обновление из моей корзины. Добавил читос, добавил кофе. Вот такой вот кофе и две красных шоколадки. У меня тут просто 50 оттенков красного, как говорится. И вот такая вот корзинка уже получается в общей сложности. В целом, я думаю, что Лене будет очень тяжело надыбать что-то фиолетовое, по той простой причине, что из фиолетового это только Милка. Вот, но надеюсь, что у нее все получится легче, чем я думаю. Ребята, вы посмотрите, что я нашла. Вы сейчас будете в шоке, вернее, вы уже в шоке, потому что вы видите, что я нашла капусту. И она фиолетовая, поэтому это правило мне противоречит. Я ее беру. Мы продолжаем. Можем в целом обсудить, потому что мне кажется, что видос будет слишком короткий. Можем обсудить, значит, что мы купили и почему мы это выбрали. Значит, я понял, что в целом, скорее всего, у Ульяны будет очень много Милки какой-нибудь, потому что Милка — это единственное, что я знаю, фиолетовое. Ну да. Я тоже решил немножко поупарываться в сладости, поэтому сладость. Эта малютка, она просто типа, она я не знаю, я просто нашел, я смотрю, она маленькая, красная, думаю, вау, помидорка! Поэтому помидорка. А пледик просто подумал, потому что, ну, новогоднее настроение, все такое. Вот я люблю пледы. Да. Поэтому, блин, мне пока что мне все нравится. Но я очень переживаю, что, допустим, нет какого-нибудь пледа для Ёши. Потому что, кстати, там не было фиолетового пледа, понимаете? Слушай, ну вот это красный, белый, зеленый. Вот, три цвета. Три, показываю, два. Я еще думала чай. Давай, говори дальше. Так как у меня много вкусняшек, я думала взять чай. Ну, вернее, все из вкусняшек. Uh-huh. Поэтому я думала чай или кофе, не знаю. Ну, хотя кофе Ёж не очень как бы пьет, как я поняла. Поэтому чай, но чай нет, тоже все зеленое. Почему-то зеленое или оранжевое. Я думала взять дошик, но его тоже нет. Либо коричневый, либо оранжевый. А есть, вот фиолетовый дошик есть, но его, ну, видимо, не было там. Ну да, да. В общем, понятно. Да. Ну, то есть я тоже вижу пока вкусняшки, только вкусняшки в целом, да. Поэтому можем продолжать. Давай, самое невкусное из того, что у нас здесь есть. Невкусное? Ну, это некрасиво. Не, ну, типа, есть более вкусное. О, подожди, я придумал. Я два предмета беру. Беру два предмета. А, слушай, у меня тужо есть. А можно я возьму три? У меня не маленькие. Можно. Один большой, два маленьких. Можно. Мне кажется, ты все увидел. Я не смотрел, тактично проигнорировал. Хорошо. Итак, раз, два, три. Как тебе это нравится? А что? Это перец? Это острый перец. Готовь что-то. А, еще кофе. Ну, тогда тебе капусту. Я, значит, видел Ульяну в овощном отделе. Я поэтому пошел туда тоже, думаю, ну она наверняка что-то придумает. И я такой думаю, блин, что бы ей придумать? Думаю, помидоры, ну якобы прикольно, а якобы, ну нафиг оно надо. Уже есть один. А есть помидорка, помидоров нет, есть помидорка. Вот. И я поэтому решил острый перец. Ну, это, фокус, наверное... слышу фокус. Фокус был, пожалуйста. Наверное,
Наверное, из-за того, что ты любишь острое. Наверное. И это красное. Поэтому... Да, конечно. Но в принципе, но я борщ уже сделать не смогу, потому что я Ёше отдаю капусту. Да. Поэтому делай борщ, но не будет у тебя больше перца. Да. Кофеечек тебе. Кофеечек, это вам. А я думала, что это за японский кофеечек, там написано Japan. Japan. Спасибо большое за качан. Да, сделаешь борщ. Я, качан? Это качан, это сейчас фанаты этой МГА, моя геройская академия. Качан. Ты не знаешь, ты не смотрел. Нет, я только начала другое аниме, но не буду говорить такое. Качан. В общем, еще даже какое-то, оно фиолетовое с розовым, но там есть фиолетовое. Это вот. Нормально, я считаю, вполне себе, да. 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 И полезный батончик с инжиром и орехами. Это здорово, это я одобряю. Он не фиолетовый, но фиолетовый. Поэтому, в общем, вот так. Спасибо. Кстати, я давно хотела кофе купить. О, ну, отлично. Поэтому мне пока что все нравится. Готово, я прочитаю мысли. Так, окей, дальше. Ребят, я в отчаянии. Я нашла баклажаны, мне кажется, это хорошая идея, потому что больше идей у меня нет. Поэтому, наверное, баклажан отправляется к капусте. Я не знаю, что Ёша будет делать с баклажаном и капустой. Надеюсь, сделать какой-нибудь салат. Так. Раз, два, три. Это красный стебель. А это, блин, это подобие колы. Я даже, блин, не знал, что колы совсем там нет, но я потом увидел ее на кассе. Там было уже поздно, поэтому... Ну, слушай, я такое еще не пробовал. Фантола кола. Я такое еще не пробовал, прикольно. Так. Круто, спасибо. От вас что мне? У меня баклажан. Спасибо. Мне кажется, уже, в принципе, можно что-то приготовить. Уже можно что-то готовить. Капуста и баклажан. Да. Он, возможно, черный, но нет. Не, он фиолетовый, видно. Да, видно. Фиолетовый. Вот, да. И еще так. Милка, разумеется. Милка, это наконец-то, да, я угадал. Да, и тульский пряник. Тульский пряник. Это мало кто знает, но это одно из любимых лакомств в детстве просто. Да. Еще думаю, я не помню, говорил ты что-то про тульский пряник. Я не рассказывал, я никому особо не рассказывал об этом, но да, это короче. Значит, мне показалось, потому что я тоже не помню. В общем, как-то так. Отлично, я готов принять. Это обмен в целом очень даже достойный. Так, это сюда. Это сюда, красота. Так, в целом остается не так много, у меня там предметы, наверное, 3 где-то, 2, вот так. Ну, у Ёши они достаточно большие, поэтому я, наверное, возьму сразу 3. Хорошо, а я возьму тогда 2. Да. 2. Да, все верно, сейчас придем. Так, ребят, ну, я нашла фиолетовую сетку, и в ней картошка. Как вы думаете, это считается? Ну, например, там, рубаю картоху, все дела, я даже не знаю. Ну ладно, наверное, мешок Ёша не одобрит, поэтому оставим эту идею. Я, короче, в раздумьях, брать помидорку или нет. Это совсем уже издевательство, мне кажется, будет. Хотя, в целом, прикольно. Ну что, ребят, вот такая у меня корзина пока что получается. Очень странный набор продуктов, очень странный. Но я надеюсь, что Ёше понравится. Итак, блин, я сейчас чуть руки не положила на стол вместе с предметами. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, так. Куда ж без медвежат-то? Подожди, объяснись. Ну, смотрите. Так. Во-первых, я когда увидела это на кассе, я увидела мой зоркий взгляд, сразу приметила здесь, как сказать, звездную ночь. Так. Там есть фиолетовый. И к тому же это Леди Баг и Супер Кот, ребят. Нет, я готов это принять. Ну, это как фиолетовый предмет, готов. Понимаете, я готов. Да, и ну и как... Две милки! Наконец-то милки! Выглядит так, как будто я очень люблю все. Спарта. Спорт, я думал, типа, как это, знаешь, как спортсмены, как болельщики, типа, спортивные. Спарта. Спорт.
Милка. Милка. Милку, да, люблю. Общем, да. Вот. Обмен вполне. А, так, тихо. У меня медвежата. А я знаю эту шоколадку. Это шоколадка. Вот такая вот шоколадка без добавления сахара. Вот такая. Да. Вот. Я, между прочим, люблю ее. Вот отлично. Поэтому считаю, что надо совершать обмен. Я уже подвинула. Вот так. Благодарю. Так, ну что, у меня уже 3 милки, это мне нравится. И у меня есть Леди Баг и Супер Кот. Я надеюсь, там будет игрушка, я потом... Кстати, да, я жду. Я потом посмотрю. Да что, я могу и сейчас, так все, давай, да, поехали. Да, едем дальше. Последний у меня предмет, я знаю. У меня тоже. Так, раз, два, три. Без чипсиков не могло обойтись, понимаете? Я, это, кстати, одни из любимых моих читерсов с кетчупом. Самые дефолтные, но одни из самых любимых. Мне сейчас сыр нравится. Оу, май! Милка! Милка! Ты еще одна Милка! Но, слушайте, это было бы, ну, неправильно, если бы Ульяна брала фиолетовый цвет и не брала бы Милку. Ну, согласитесь. Конечно, поэтому... я бы вообще ничего не купила, мне кажется. Ну, да, по факту, реально, 4 предмета. Раз, два, три, четыре. Очень красиво было. А что это за... Это ореховая паста? Это, наверное, по типу нутеллы что-то. Я пробовала, мне понравилось. Здорово! Да, я сладкоежка. О, и голубика. Голубика. Она фиолетовая. Голубика, она, да, такая сине-фиолетовая. Смотрите, просто она сейчас типа в этом, ну как, в налетике. А если ее так протереть хорошенько, она фиолетовая. Так, а разве споры, разве не было споров на то, что она голубая, фиолетовая? Типа... Да? Да, ну, наверняка. Все, короче, я готов принять. Это мне очень нравится, так? Хорошо. Держу. Спасибо. Yeah. Вот такая красота. С этой камеры вы видите, она шире подвинута. Чуть ближе в центр. Чудесные эти покупочки. Оп, оп, оп. Хотя я пока предоставилась возможность. Так. Это так волнительно. На самом деле, мне так нравилось всегда открывать Kinder Surprise. Не из-за шоколада, а из-за того, что внутри. Да, конечно. И... А, да? Ну, ладно. Мы тоже всегда так. Вот, и поэтому сейчас будем смотреть, что там уёшь. Так, погодите, я что-то вижу. Я пока не понимаю, что это. Это герой? Это что? Это какой-то герой, я вижу, какой-то герой. Это герой какой-то, сейчас я скажу. А там написано его имя, я просто не особо знаю. Я тоже не видел, кто это. Может быть, я знаю, кто это. Нет, я не знаю, кто это. Сейчас я ее соберу и покажу вам. Короче, ребята, я надеюсь, я правильно сделал. Так, камера фокусируется, интересно. Сейчас камера фокусируется. Я не знаю, фокусировалась она или нет, но, короче говоря, это вот какой-то супергерой. Я... Извините, стол скрипит, оказывается. Я не знал. Она не будет стоять, судя по всему, можно ее развернуть. А, смотри, можно так сделать. О! Развернем ее к вам лицом. И в целом, на этом наш анбоксинг, наш... Unpacking, наш трейды были, trust trade, так сказать, был сейчас, закончен. Поэтому вот, в принципе, весь наш интерактив, который мы успели снять. Дело в том, что я приехал не то чтобы очень надолго, поэтому оказалось, дел слишком много, поэтому все, что успели, все вот сделали. Но было весело. Надеюсь, вам тоже. Надеюсь, вам тоже понравилось. Всем пока. Можете ставить лайки там, комментарии писать. Колокольчики, да, и... все дела. Все дела, колокольчики, да. И пока.